Привет. Мне достаточно часто задают вопросы. Светлана, вы открываете в эфирах, что такое клетка? Как она у нас раскрывается? Но все время что-то не договариваете. Да, именно что-то я и не договариваю. Я не договариваю именно то, к чему человек не готов. Это достаточно глубокая информация. И если вы к ней готовы, то у вас есть два пути. Либо приехать на ретрит и лично проработать внутреннее состояние, внутриклеточное состояние самого себя. Если у тебя нет такой возможности, то есть у нас клуб «Вечные». Это закрытый клуб в Телеграм, где мы обсуждаем те вопросы, которые касаемы непосредственно достаточно глубоких и глобальных вещей про самого себя. Это про то, что происходит с нами внутри нашего тела, что происходит с нами снаружи нашего тела. Это абсолютно не касается еды, это абсолютно не касается твоего образа жизни. Это касается именно того генетического кода, который заложен в тебе. Если ты хочешь узнать больше, то присоединяйся в клуб «Вечные». Напиши в личку, и я тебе скажу, как туда попасть. Если ты готов к более глубокой информации, то, конечно же, это для тебя. Я жду.